Ой, запись идет. Сейчас. Ну, запись, нормально я держу. Сейчас я интервью. Пацаны, пацаны, сейчас. Сейчас я интервьюирую панк-рок рэп трио. А как вы называетесь? Вы называетесь... А что вас вдохновило так назваться? Ну, ты понимаешь, это очень долгая история. Да сядьте, блядь! Я не могу сидеть! Это смешно! Блядь, это серьезно смешно, блядь. Вот смотрите, я вижу сейчас дуэт. Где ваш третий участник? Не говорите, что это я. Он оперирует нас. Оперирует. Когда вы умираете, да? Не только мы умираем, например. Когда нам очень плохо, он ухаживает за нами. Если на какой-нибудь пьянке мы идем бухать, он приносит нам ведро. Ну вы панки, да, это? Мы ужасно. Встали в рот системы.